В стране нелегкие времена. Кто-то плачет, кто-то пляшет. Не надо лишать детей этого дня. Казахстанским выпускникам запретили торжественно праздновать окончание школы. Также в этом году не будет торжественных линеек. Вместо них пройдут единые классные часы. Такие меры приняли в связи с тяжелой паводковой ситуацией в стране. Редакция «Голоса народа» решила узнать у астанчан, как они относятся к отмене выпускных. Неправильно. Почему? Выпускной должен быть выпускной, это каждый год. Потому что дети учатся 10 или сейчас 11 класс учатся. Вот 11. Они школу покидают, уже идут почти взрослую жизнь. Должны быть у них выпускные, не должны отменять. Угу. Даже в связи с тяжелой ситуацией в стране? Ну, не знаю тогда, как ответить. Это памятная дата. Должна сохраниться некая память об этом дне. Так скажем, всем классам, всем коллективам должны в последний раз собраться и отметить этот день. А вот тяжелая паводковая ситуация в стране. Ну, конечно, это может сыграть роль, но я думаю, в такие тяжелые для страны, в таких тяжелых днях для страны, не знаю, не надо лишать детей этого дня, я считаю. У вас был выпускной? У меня был выпускной. Вы его хорошо помните? Я его посекундно помню. И как вы считаете, вообще выпускной это прям важно? Это важно. Собраться всем классом последний раз. Практика показывает, что мы больше никогда не собираемся. Сейчас паводки, и это надо понимать, что сейчас в стране не легкие времена. Вот. Я не думаю, что выпускной это прям... Это такая важная вещь, чтобы сидеть и праздновать, когда пол народа страдает тем, что вот у нас паводки. Праздник не надо у детей забирать. Почему паводок? И при чем здесь паводок? И... Ну вот он говорят, что лишний паводок же не везде прошел. Почему везде запретили? Ну вот говорят, что вот там пол страны тонет, а кто-то здесь будет радоваться. Ну так всегда говорят, кто-то плачет, кто-то пляшет. Это же народная мудрость, поэтому я считаю, что нет, надо праздник делать. Это правильно, это патриотично, потому что люди, у них горе, их надо как-то поддержать. Я думаю, это достойно решение. А у вас в школе был выпускной? Да, был. Вы помните этот день? Да, помню. Как вы считаете, это важный день был в вашей жизни? Не столь важный. Он не стоит того, чтобы сейчас вот с этим как-то проблемы создавать из-за этого дня. Я считаю так. Это неправильно. Все-таки, как говорится, это запоминающий день. Молодежь у нас, одноклассники, можно сказать, прощаются с друг другом. Встают на свой жизненный дальше путь, идут. Да, хорошо, когда будут они встречаться как одноклассники. Но есть такое, что многие уезжают за границу. Молодежь практически у нас мало остается ее здесь. Так что я считаю, что не надо запрещать. Это очень большой и запоминающий праздник для одноклассников. В Министерстве просвещения отметили, что за празднование роскошных выпускных наказывать никого не будут, а все пункты по организации мероприятий носят рекомендательный характер.